Ребят, всем привет! Мы едем на Вовиной машине, и вот мы так как... Оно сейчас упадет! Мы едем в Костко, сейчас расскажу зачем. Я взяла с собой кофточку, потому что там холодно. Открывай, пожалуйста, дверь, мы да, выезжаем. Все. Время рассказать всем. Да. Сейчас выбросим мусор и едем в Костко. Ну так, мы везем мусор, только Вова почему-то не предусмотрительно перед собой его положила, а не передо мной. Я вчера вчера мы видели на дороге, прямо там на выезде, как разбросан мешок. Это явно человек положил сзади на багажник и явно проехал. И в багажник. Да, и то есть это такое бывает, люди забывают, поэтому многие делают те и... Не очень здоровые люди с памятью, как мы, как я, вот так. Но я про то, что вот это надо было положить вот согласен. Сюда. Согласен, тогда бы я видел, куда еду, а так ты мне говоришь, куда еду. А так ты здесь не увидишь и поедешь, а так да? У меня полет по приборам. Ладно, давай, сейчас мы точно не промахнемся мимо помойки. Ничего так не важно, как надо. Да. Сейчас понедельник, да же? Да. Ага, да, сегодня же понедельник. Сегодня у нас выходной у всех детей. Мы уже объясняли, там какой-то учительский день. В общем, мы едем сегодня в Костко покупать Лизе подарок. У нас у Лизы исполняется 18 лет 3 октября. И вот мы должны сейчас сгонять и ей купить подарок. Сейчас покажем, какой. Почему именно в Костко. Ну, может, и, кстати, не в Костко, может, еще в какой-нибудь заедем, да? Да? Ты же умная. Мы? Так, ребят, мы сейчас приехали, мы в Костко ехали, оно вот здесь, вот там, вот красные крыши, это оно. Но сначала мы зайдем в Best Buy, мы приехали в Best Buy. Ну, ты где? Вот он. Я здесь, я все время здесь. Да. А идем мы туда, знаете, зачем? Сейчас вот в Best Buy, потом в Костко, и потом, наверное, еще в Walmart, и еще, возможно, я не знаю, что это такое. А идем мы, знаете, зачем? Мы хотим Лизе купить телефон. Осторожнее, не... Я вижу, я все вижу. Телефон. Сейчас посмотрим, какие варианты есть и что мы сегодня приобретем. Итак, мы в Best Buy. Вот видим вот такой вот телефон, iPhone. Это получается, если кредит, 29 в месяц ежемесячно. Подожди. Нет? Что? Нет, down 0, 20, по-моему, всего $700. Сейчас мы посмотрим. Ага, это $700 стоит весь. Сейчас мы узнаем. Дело в том, что я посмотрю, что версия фиолетовая, которая, как она называется, Purple, она почему-то стоит на $100 дешевле. Если такое есть, это будет круто. А, вон еще какие-то варианты. А это? Это что? Вот 11-й iPhone. А это который, какой? Это XR, это который мы Маше купили. Маше мы купили вот такой iPhone, он едет к нам. То есть это 11-й версия XR. Это тоже кредит 18 ежемесячно. Да, он подешевле, стоит? Он стоит... Ну, вроде как написано... Да, вот. Вот, $600, он уже разблокированный, unactivated. Угу, угу. Это тот, который Машке купили. Машке купили. То есть стоимость их фактически так. Одинаковая. А получается. Вон там айфончики. А, $600, а этот $700 стоит. А вон те айфончики. Какие? Вон те. А это уже дорогие. Это версия Pro с тремя камерами. Она уже совсем дорогая, она стоит здесь $800. Это который? $1000 стоит. А, да, это с тремя. $1000, видишь? Uh-huh. И $1000, вот эта версия, которая Pro Max, она стоит $1100, ну плюс, естественно, везде будет еще налог. Uh-huh. То есть, соответственно, да, ни одна... Будет дофига налога, ну, не да. Нафига, 7% будет. Ну, 7%, да. Так, мы выдвинулись в Костко, пытаемся по тенечку пройти, пока слабо получается. Смотрите, какие красивые кустики. Я не знаю, что это. Так, сейчас посмотрим, что там в Костко. Какие там цены? Беновая. Так, смотрите, мы нашли тенек. А что это за прекрасная аллея такая, это с такими скамеечками? Аллея имени Костка. Понятно. Так, ребят, мы зашли в Костка. Сейчас покажу. Смотрите, какая штучка прикольная. Она крутится. Вот такое вот дерево. И на ней можно что-то подавать красиво, смотрите. И вот так вот сидишь и крутишь, чтобы тебе было удобно. Там, допустим, там у тебя маслица стоит, раз, передвинул, взял. Там у тебя хлебушек, раз, передвинул, взял. Прикольная штука. Так, сейчас посмотрим, сколько здесь телефоны стоят. Ты уже нашел, где они? Вон они. Вова, не матерись, пожалуйста.
Так, где? Девчонки танцуют. Так, ну что у нас здесь? То же самое? Только без цен, да. То же самое, только без цен. А, да, здесь только цен нет. Вот подожди, телефоны те же. Девчонки тут решили просто поиграть. Видите, молодцы какие. Так, нашли какие-то парочка айфонов лежит. Что? Процессор, так и там, ты жизнь. Так, я все-таки нарядилась в свою кофточку. Наконец-то. Вовику не холодно, а мне, как забыл, всегда, в костках холодно. Да. Смотрите, красивые такие веночки, правда? Такая большая коробка. Прям большая-большая коробка с настоящими шишками. Елка, правда, искусственная. Вот так он выглядит, он горит. На дверь вешают. Очень красивый веночек. А сколько он стоит? А он стоит 40 долларов. Слушайте, вот сейчас вот хожу, нашла стеллажи. Мы в гараж стеллаж себе присматриваем. Вот теперь смотрю, какие есть. Вот с такими мощными полками 160 долларов. Но их всего вот раз, два, три, четыре полки. Вот такой вот, но это какой-то совсем хлипкий. Хотя стоит, ну нет, 80-90 долларов. Мне кажется, он какой-то такой ненадежный. И вот такой тоже неплохой стеллаж. 65-99. Тоже раз, два, три, четыре, пять полок. Не знаю, посмотрим. Какой-то нам надо стеллаж такой в гараж. Так, ну это, в принципе, все. Надо в интернете еще посмотреть, какие есть. Но сегодня мы его точно не попрем на Вовином комара. Вот он обрадуется. Смотрите, какие тарелочки. Вот такая вот коробка, и там три вот такие вот тарелки. Вот их можно посмотреть. Одни открытые. У них, что интересно, у них резиновая вот эта вот платформа. Видите, вот черная. То есть она не вёрзает. Потому что мы брали подобные в Икее когда-то еще давно в Москве. И здесь у нас такая есть. И очень неудобно, она постоянно ёрзает. 20 долларов. Так, ну что, мы выходим из Костка. Не можем, конечно же, пройти мимо хот-дога и кока-колки. Что мы сегодня купили? Мы купили попкорн, купили нутеллку, купили макароны, наши любимые, они закончились. Закуп для нищих. И две упаковки с булками. И убегаем дальше. Нам надо теперь в Walmart. Погоним там телефоны смотреть. На самом деле, мы были в Walmart 2 дня назад, у нас все есть. Да, у нас еще пока весь холодильник поэтому, полный, нам смысла нет цариться. Самая дорогая покупка сегодня — 2 хот-дога. Телефон. Так, вот так выглядит наш наборчик. 2 сосиски. И мороженое. У меня сегодня мороженое с шоколадным сиропом. Смотрите, какой большой стаканчик. 2,49 стоит отдельный. А вот этот набор с газировкой и с хот-догом — $1.5, по-моему, да? Да, $1.5. Фильм ужасов смеется. Так, сейчас нальем. Ты что будешь пить сегодня? Я буду пить. Папа пьет какую-то странную жидкость. Что это такое? Это сладкий чай. А, сладкий чай. Так, а мне кока-колку. Мы в машине будем есть, да? Смотрите, какое у меня мороженое. Здесь вариантов как бы нет, поэтому да. О, какой. Слушай, а ложка? А, ложка есть еще. И ложка есть. Не зря я кофточку одела. Так, Лена, надо будет это все придержать. Да, я придержу. Чтобы они не потерялись у меня. Давай, куда же они денутся? Ну, потому что они потеряются. Давай, давай, Миша. Так, тебе кока-колку? Мне пепси-колки, да. Без льда. Ребят, ну у нас же машина далеко, а у нас хот-доги, мороженое. Мы все-таки вот на этой прекрасной аллее сейчас покушаем. Что за нахрен прекрасная? Какая она прекрасная? Отличная. Смотрите, какое огромное порция мороженого. Ну, в Костко все огромное. Да, поесть, бога ради. Да ешь ты, ешь ты. Ой, хорошо так. В тенечке сидим. Да чего? Вов, где моя кока-колка? Где твой чай? То, что с газом — кока-колка, то, что без газа — да, это понятно, чай. Понятно, ну где там, как ты определяешь, там непрозрачный. В общем, посмотрите, вот это вот я буду есть, я не знаю сколько. Все, мы отъезжаем от Костка и от Best Buy. И сейчас поедем с вами в Walmart. Посмотрим там телефоны, и заодно нам надо сгущенку купить. А то у нас же теперь есть много сраных сырников. А сгущенки нет. Так-то да. Сгущенка закончилась, вчера доели, поэтому сейчас сгущенка и телефон. И, возможно, вернемся в Best Buy, да, еще? Кто его знает, кто же нас знает. Мы в Walmart приехали. Сейчас посмотрим, что там.
Ребят, нам дали подсказку, сказали вот такой вот фермер чиз без добавления соли. Это для... Это в продолжении сраных сырников? Да, да, да. То есть, чтобы они наконец-таки получились нормальными. Давайте ну, посмотрим. Что, есть такие? Вот я не вижу, честно говоря, что был вот такой вот фермер чиз. Ну, даже понятно, а внизу что посмотрел. Компания может быть любая. О, а, кстати, вот это, смотри, что такое. 2 минуты и можно... О, настоящий чизкейк. Приготовленный за 2 минуты. Ты хочешь блеснуть кулинарным талантом? Ну, тут блестать некуда, потому что его просто, судя по картинке, его, короче, вот так выкладываешь и 2 минуты запекаешь. Ну, не знаю, может, не будем рисковать. А? Давай купим чизкейк просто, и все, какие проблемы. Вода. Я думаю, он точно будет лучше, чем очередной шедевр. Как в той шутке, когда товарищ генерал... Берите лом, начинает плен, говорит, товарищ генерал, а лом уже подметать неудобно. Говорит, там не надо, что подобного, надо, чтобы вы задолбались. Да. Вот, короче говоря, вот. Все-таки какие-то рецепты с заморочками пошли, Вовик. Ну, ладно, давай. Давай свой чиз ищи. Это, кстати, я так понимаю, этот, как называется, хумус. Хумус, там и написано на нем. О, правда, хумус. Вов, давай ищи свой фермер чиз. Так, вот кефир, но это вовсе не кефир, Вов. Смотри. Вова, найди мне, пожалуйста, нам написали, что кефир это нифига не кефир. Надо, короче, этот, баттермилк найти. Баттермилк? Да, это и есть кефир. Надо, причем вот, нам и с Америки написали, и то ли с Австралии, то ли с Канады, не помню. Австралия, Канада знает топ. Но я думаю, что здесь будут такие тем же более продукты. Америка. Слушай, ну я реально не вижу вот этот фермер чиз, ребят. И баттермилк я тоже не вижу. Скажи, так, подожди, Вовик, подожди, может быть оно здесь? Что? Вот это все не оно, это все йогурты, Нет, фермер чиз, не баттермилк, ребята. Да, что-то не то. Ребята с Австралии, может быть, если у вас только в Австралии? Да? Слушай, а мы были в Костко, что-то вообще не озадачились, надо было там посмотреть. Пойдем там еще раз просто, вот просмотрим. Скажите, кто знает, где искать хотя бы. Нет, ну здесь нету, Вов. Надо глянуть в пабликсе. Вот только я вот такие вижу, вот крик йогурт, вот эти все йогурты, видите? Вот это вот. Это все йогурты. А, вот, слушайте, а вот это разве не... Нет, это, короче, йогурт. Здесь кефир будет весь с какими-нибудь вот такими наполнителями. Ну, надо обычный. Нет, он есть обычный такой. Он называется баттермилк. Только кожа, вообще нету, который фермер чиз. Ой, я сейчас покажу, что я взяла. Я взяла вот такую вот рыбку. Мы молоко взяли, сгущенку, за которой приехали. Нет, у нас там 3 кусочка маленьких, а я хочу вот такую вот взять. Они там, посмотри, как удобно. Нет, будут есть. Я же приготовлю. Смотрите, там куски рыбы вот в упаковочке, как я понимаю. Так, в принципе, плохо видно, но вроде бы да. Кого нашел? Хрен. Ну что же есть хрен какой-то красный? То, что у меня есть хрен, это понятно, но просто такого нет. Смешно. Все, Вов, пошли телефон наконец искать, а? Ладно, пойдем. Зашли за телефоном. Короче, не нашли мы, ребята. Не нашли. А ну, может быть, вот в этих вот дверях, но здесь вот, по-моему, только милк. Вот нет, написано это все милк. Пятилы. Может быть, конечно, вон там, но там нет, там сыры, сок. Масло. Да. Пойдем дальше. В общем, не будет есть. Вот так. Все пошло обратно. Мы не берем рыбу. У нас есть, я сегодня тебе сделаю, нас... попробую. Да я, нет, я ее сама сделаю в духовке. Год уже. Я хотела сделать, как на картинке, со спаржей. Да, со спаржей никто не ест, кроме Лизы и меня спаржей. Я тоже буду спаржем. Так, мы пришли в большой-большой отдел в Walmart. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, что мы нашли? Мы нашли iPhone 11. Вот, надо, видишь, офер какой-то. Ну, спрашивайте консультанта, мы ждем, он сейчас подойдет. А цен нету, да, тоже? Та же 700 долларов, вот она цена. Точно такая же цена. Так, XR. Я не вижу здесь T-Mobile, я вижу только AT&T, Spirit и версия. Угу. Все, они закончились. Короче, мы едем обратно в Best Buy. Нет здесь iPhone 11. Есть варианты, но, в общем, мы... Сейчас. Мы искали вариант, короче говоря, просто увидели, что можно за 600 долларов купить телефон 11.
И на самом деле оказалось, что он prepaid, то есть это означает, что на него нужно... То есть это уже готовый план тарифный, нельзя, в общем-то, свою симку туда вставить, поэтому мы хотим купить его подешевле и ищем, в общем, варианты, которые есть. И варианты, которые есть, есть так называемый unlock, то есть это когда уже разблокированный под определенного оператора. То есть вот у нас, например, T-Mobile, то есть можно купить дешевле, телефон обойдется в $700, мы уже посмотрели, а так его стоимость будет порядка $1000, то есть экономия составляет порядка $300. В принципе, без разницы, брать его в кредит в рассрочку и платить по $24 в течение 2 лет, 24 месяцев, они беспроцентную рассрочку предоставляют, либо купить просто, грубо говоря, в кэш. В общем, поэтому без разницы, но поскольку у нас уже достаточно там серьезная кредитная нагрузка, нам никакого смысла. Ну, сейчас посмотрим, еще зайдем. Сейчас что посмотрим, нам, что вообще будем предлагать, скажут, да, да, ну, расскажем. Снова в Best Buy. Как придурки, ездим туда-сюда. Да, вот видите, большой магазин. Ты что так странно ее одеваешь? Ну, здесь $700, короче, на тоже. Так, что? То же самое. Ну, $700, да. Мы просто за другим столом сейчас. Этот здоровый телефон, который большой. Про $1100. Ну, они везде примерно одинаковые стоят. Да не примерно одинаково они стоят везде. Вот все их цвета. Часики. А там что на той стороне стоит? Это что такое? Меня вот что-то напрягает, что я не вижу здесь T-Mobile. Я вижу только... Я тоже вижу TNT только. Угу. Это сотовый оператор, мы нашего сотового оператора здесь не видим. У нас T-Mobile, а здесь AT&T. Это новые наушнички, которые вышли. Так, ну что, ждем какого-нибудь ассистента. В общем, мы опять прёмся в Костко. Ох, мы там не сегодня, смогли купить. В общем, ничего. Я вам скажу, и то еще приключение. В общем, проще всего, ребята, так. Заходите в интернет, заказывайте вам. Тут мы Машке заказали, он уже едет. Лизе, короче, вот эта очная покупка, это просто кусок геморроя, и все очень удивляются. То есть это, на самом деле, там приходят только такие бабушки, дедушки, которым там сложно покупать iPhone через онлайн, и вот для них... Да, на самом деле, сервис. В представительство Apple, либо в нашу сотовую связь, у нас T-Mobile. Да. Здесь просто представительство другой сотовой, вот сети мы вам показывали. Короче, AT&T. Никто так не делает, как мы сейчас. Все заказы через интернет, и все. То есть мы, вернее, тоже либо так всегда делаем. Либо сразу в Apple, да, и все. Да, вот это вот хождение по мукам, типа, мы пойдем посмотрим, вот это пощупаем, то есть это только для обрываков, в общем. Ну, короче, мы сейчас зайдем в Костко, потому что они рядышком с Best Buy, зайдем. И попробуем еще там. Там есть представительство T-Mobile. T-Mobile, да. Поэтому, наверное, здесь мы сейчас его и возьмем. Если нет, то сейчас просто поедем в наш T-Mobile. Они тут на каждом углу. Кстати, вот мы говорим про Костко, а за телефон с Костко тоже так же можно заказать. Мы так MacBook заказывали здесь, Костко. Его просто привезли нам, и все. Сейчас мы попробуем. Если здесь не купим, то просто онлайн закажем. Вот видите, как удобно здесь. И T-Mobile, и AT&T, и еще кого. В общем, здесь можно под любого оператора купить телефон. Вот наши айфончики. Оформляем айфон.
Мы едем в офис Тимобила. У нас сегодня приключения продолжаются. На самом деле приключения продолжаются, потому что мы идиоты, вот так скажем. Я по-другому это сказать не могу. Потому что нам давно, когда мы еще, то есть когда мы покупали сим-карты, у нас не было тогда SSN по приезду. А когда у нас появился SSN, мы ему почему-то не добавили сразу. И, в общем, сейчас нам нужно поехать в офис, потому что, чтобы, короче, купить телефон со скидкой, мы, ну, то есть операторы для своих клиентов продают телефоны с большой скидкой. То есть скидка существенная, скидка получается порядка $100. Вот, но все, что нужно, чтобы ваш оператор вас идентифицировал. А идентифицируют они вас по вашему SSN. А SSN у нас не добавлен в наш аккаунт, и поэтому нам нужно поехать сейчас в главный офис, добавить SSN, а потом вернуться сюда и купить с большой скидкой. Да. То есть, если, короче, они не закроются. 12 минут, но здесь нет. Сегодня работает понедельник, сегодня до 8 часов работает. А, да. Вот. Но дело в том, что они не закроются. Вопрос того, что нам, в принципе, все это займет 12 минут, а стоит это $100. $100 за 12 минут – это хороший заработок. Ну или, да, хорошая экономия. В общем, поехали в главный офис Тимобила. Короче, делайте просто все сразу. Так, все, ладно. Короче, ребята, это... мы ехали в Тимобил, проезжаем мимо, смотрите, чего. Азия Маркет. В общем, мы решили, ну его нафиг, пойдем купим кимчи. Да где он есть-то? А я, слушайте, я не знаю, открыто? Нет, вроде открыто. И идешь, нет? Я оставлю машину. Зачем? Жарко. В общем, я не знаю, как мы сегодня разэтываем ситуацию с телефоном, но кимчи мы точно купим сейчас. Да, но кимчи мы пожрём, например, а телефон, ну подумаешь, нет телефона. Ничего страшного. Ну как бы, да. Не кризис. Пойдемте. Отлично. Вова, давай быстрее бери кимчи. Да бери, Вова, кимчи, все, просто бери, выходи. Ну а ты что, не берешь? Итак, ребят, вот оно, как это открывается. Вот так это открывается. Можно купить маленькую баночку, можно побольше. Это оно же, да? Это оно, да, кимчи. Так, а вот там есть огурчики. А это что? Да, пойдем. Это, кстати, тоже острая капустка. Так, ну все. Я неправильно понимаю, они ничего мне... А, вот смотрите. А вот это что? Вот это что, Вовик? Баклажанчики, что ли? А вот они, оно. Нет, это не оно. Нет, вот это что? Вот оно, то же самое. Вот оно. Я понимаю, что это. Можешь мне сказать, что это? Ну, бери вот это тоже. Маленькую. Ну, в общем, возьмем маленькую, попробуем вот эти куски и вот эту вот капусту. Пойдемте, ребят. Может, успеем мы сегодня с этим телефоном. Так, купили мы кимчи. И мы купили и еще редиш. Что-то еще купили. Редиш. Что такое? А, да. Так, ребят, в общем, нам сказали, что девушка на кассе сказала, что вот эта вот баночка, которую мы взяли, она вкуснее гораздо. Это ее любимая. А Вова взял? Коконат. Коконат вотер. Кокосовая вода. Такая дрянь. Дрянь? Ну, ты хотел попробовать? Да, я хотел. Мне давно сверлило мозг это баночки. Коконат. Они вообще везде берут, продаются, да? Да. Знаете, ну не, ну не дрянь, но такая немножко подслащенная, с кокосовым вкусом вода. Как бы. Понятно. Больше не будем брать. Ну. Как она твоя? У всех свои предпочтения. Так, ну что, давай, успеем, она может быть сегодня. Я думаю, что мы все успеем. Да. Думаю, вы развести всю эту хрен, ситуацию, да, с телефоном. Где у нас? Далеко офис отсюда их? Нет, минут 6. Здесь все недалеко, мы же не в Майами. Да. А где моя тряпочка, кстати? Я не знаю. Наше приключение сегодня, наверное, не закончится. Уже скоро вечер. Мы все шарахаемся. Ой, мы приехали в какой-то огромный, преогромный торговый центр. Район, да, мы поставили машину с крышку. Вон какой здоровый. В общем, куда идти? Почему мы в фудкорте вообще? Потому что он меня сюда привел, Лен. Ладно, окей. Допил, что ли? Да. Давился, но допил. Смотрите, какие коняшки. Как из фильма ужасов, знаете, всегда вот таких коняшек, такую карусельку показывают. Я говорю, как из фильма ужасов, ты говоришь, смотри, какая красивая. Мне почему-то какой-то ужастик это напоминает, не помню какой. Ну что-то напоминает, ого. Да, ребята, какой-то гигантский торговый центр. А вот и каруселька. Это Агатька. Это Агатька, да. Так, это только фудкорт. Ну, вот мы там только не едим ничего. Смотрите, детская площадочка какая. Мне так нравятся вот такие у них площадки детские. Они с
все, знаете, такие гладкие-гладкие фигуры. Дети так любят на них лазить. В каждом торговом центре почти такая есть. Так, Verizon нашли, а вот T-Mobile все никак не найдем. А, пойдем. Да, мы просто... Да, надо с нашими сюда приехать. Очень классно. А, это такая небольшая, да, и она закрыта. А мы на такой большой были, да. А мы прям на большой такой были. Большие магазины спортивные. О, вот он, точно, вот он. Ой, все, ребят, мы едем домой. Мы вышли ни с чем. Мы поехали домой. Но зато мы обнаружили прекрасный торговый центр. Который обнаружили по первому приезду, когда в Орхидею приезжали. Да, да, еще давно. Но, по крайней мере, мы в него зашли, посмотрели. Он прекрасен, ну, большой, замечательный, с большим фудкортом. Для детей много всяких штук. Очень классно. В общем, а так мы едем домой. Здесь цена получается намного дороже. Social мы не внесли, ничего мы не сделали. Прокатались. Домой нужно в customer service звонить. Да, будем звонить и добавлять свой social. Короче, зато мы купили кимчи. Сегодня день положительный. Да. В части кимчи. Да. Булки костовские мы еще с тобой купили. Кстати, да, на минуточку. Да, что-то там еще? Сейчас разогреем булки. Нажарим картошки, будем жрать кимчи. Ой, я очень хочу. Смеяться над Лизой, что у нее до сих пор телефона. А у нее еще нет дня рождения, что смеяться-то. Да, в общем, все, мы едем домой жарить картошечку, кушать. Короче, пока Машка не придет, никто не получит телефон. А Лиза его все равно не получит до своего дня рождения. Мы таким вредными. Ну, с такими, знаете, на... С такими родителями хрен кто еще получит. С разъездами она его, я не знаю, когда получит. В общем, как-то так. Но на самом деле мы сейчас могли купить его в T-Mobile, и он здесь выходит... $700. А, 769 с таксами. 699 плюс таксы 7%. Короче, это выходит 769. Но почему-то, нет, почему-то он выходит с таксами там выше, короче, дофига, да, 769 он получился. То есть это да. Как-то очень-очень-очень, да. Не очень, короче. Очень не очень, да. Поэтому мы... А, мы не сказали, почему в Костко-то... Я же об этом не сказала. Дело в том, что в Костко до 1 октября действует какая-то суперакция, и телефон вот этот вот можно купить за 629, по-моему, да. Нет, мы не говорили об этом. Я не показала это. Там прям акция для T-Mobile, для нашего, для AT&T, для Verizon, для этого. В общем, до 1 октября всего лишь действует, поэтому, ребята, кто в Штатах... Слушай, вот это вот... Можно дешево купить iPhone. Да, но при условии, что вы привязываетесь к, ну, на своего оператора, что у вас есть SSN. Да. У нас все есть, но нам его нужно внести в базу, а там его нет. В общем, будем звонить, я вносить сказал, в базу, а завтра, наверное, обратно в Костко, да? Завтра, ну, если сейчас все удастся у нас, и там вам круглосуточный звонок. Да, да. А сейчас домой. Мы уже так задолбались, уже 5 часов вечера. Сегодня, короче, мы вам обо всем и ни о чем, вот так скажем, кроме Костка. Кстати, выпуск на чё почём мы сегодня запилили про посуду. Офигенные там варианты, ребята, много интересных штучек. Смотрите срочно версию. Она вышла сегодня. Я сегодня смонтирую и выйдет. Ну, сегодня, то завтра. Ну, в смысле, когда вы будете смотреть это видео, да, оно будет как раз сегодня. Оно уже будет. Все, ребята, домой. Мы приехали, Вова загнал машину, у нас наша Сиена стоит на вот таком месте, а здесь желтых всего два места, и мы не хотим занимать, потому что кому-то раз так может не хватить, поэтому мы вот так вот сделаем, поставим на свое место. Вот это место считается наше, которое перед гаражом. Здесь никто не может стоять. Надеюсь, что это Машкин телефон. Ну-ка, пойдем посмотрим. Это что? Смотрите, у нас посылочка. Потому что Машкин телефон будет завтра в школу.
это Машкин телефон. Да ладно, круто. Я радуюсь за нее больше, чем она. А еще знаете, почему радуемся? Сейчас скажу. Это, представляете, iPhone валяется возле двери. Вот так вообще можете себе представить? Да, iPhone возле двери валяется. И так каждый раз. Еще знаете, почему радуемся? Потому что завтра Лиза в школу не идет. И Маша без телефона. Завтра в школу Лиза не идет, да, и Маша идет без телефона. И идет очень рано, как вы знаете, очень темно, и мы все-таки немножко переживаем. В общем, она пойдет с телефоном, хотя бы у нее какое-то развлекало. Ой, смотри, как удобно. Я же по-русски разрываю, а тут видишь, как я для дебила. Что, ты по-русски разорвал? Да, я все равно по-русски разорвал. Ты реально телефон? А, телефон. И вот так под дверью он может неделями валяться. Ну-ка, покажи, покажи. Не будешь? Почему? Да. Ну, Машка же покажет. Давай мы покажем. Не надо, Машка покажет сама все. Ну ладно, Машка будет. Маша снова будет снимать свои влоги и все покажет. Так, машину поставили. Давай заберем все. Да. Из багажника. Угу. Так, моя кофточка. Слушай, я могу ее здесь оставить? Когда в Костко поедем, я ее одену. Так, ну все, давай забираем тогда все наше барахло отсюда. Я булки заберу. Ключи, да, есть. Сейчас там. Все, достали. Закрываю. Машина закрыта? Она закрыта, да. Через гараж уже пройдем. Так, вот все, что мы сегодня купили. Сейчас Машке будем сюрприз делать. Хотел твою реакцию заснять. Это твое? Да, это твое. А он включен? Он и нет, нет, он не включен. Его нужно еще включить. Ну конечно. Включать, заряжать. Нет, думаю, что пришел под дверь. В дыхалку попало. Прости, он выпал у меня из. А где дети? Вот мне непонятно, Маш. Да. Да. Здорово! Привет, солнышко мое! Привет, малыш! Привет! Играли с Левой? Так, ну что у нас тут происходит? Папа настраивает Маше телефон. Посмотрите, какой белый, красивый. Там много каких-то настроек. Маша монтирует видео. Но видео, ребята, не для вас, а для школы. Попозже покажешь, Маш? Маш? Так ты его вставишь. Прям видео можно вставить? Да. А, ну давай, оно короткое будет? Да, 3 минуты. Ну отлично, хорошо, давай я тогда вставлю полностью. Как мы, ребята, учили испанский. Видео будет о том, как мы всей семьей учили испанский. Как нас Маша учила испанскому языку, точнее, вот так вот. В общем, что у нас случилось? Мы наконец-то добавили наш гребаный ССН в базу нашего сотового оператора. И не завтра... Факт, еще не факт, факт, да, но я думаю, сутки, наверное, еще должны пройти. И завтра, ребята, у нас снова с вами поездочка за... подарком для нашей старшей дочери. У нас Лиза просто вон там купается, вон за той дверью. Поэтому пока она не слышит, мы можем сказать, типа она не знает, да? Что она не знает? Что мы завтра едем опять за подарком. Да, в курсе. Ну, конечно, она знает, я шучу. Да, конечно, она знает. Катюсь, кого ты смотришь? А кто там? Мультик? Руби и Бонни? Так, пока Лёва с малышами играет, готовлю ему сырники, он сейчас хочет съесть 2, и на завтрак, и вот с такой вот сгущенкой, вот Nestlé, вы знаете, один в один, как мы привыкли, российская сгущенка, вот именно вот это Nestlé, другая нам как-то не понравилась, а вот это прям один в один. Все как дети любят. Ой, господи, а. Их очень тяжело двоих. Конечно, они же тяжелые. А Катя за ноги Лаврика, что ли, держится? Точно. Ой, как они тяжелые, ужас. Зато радости сколько. Ha 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 ha!
Нет. Вот веселье-то, да? Да. Машка очередной какой-то шедевр смотрит. О, господи, Маш, что за фильм? Нарнии, понятно. И попкорн лопает. Лёв всего один попросил. Ну ладно. Ну что, завтра у нас школа. Все, успокоились. Попкорн лопают и киношку смотрят. Да, пошла.